Один уже почти готов, сейчас буквально вот там считанные дни остались. Второй еще там, ну, надо не поработать. Скоро будет целых два сразу. Сразу два? Да, там наши акционеры, которым мы обещали, собственно, что они будут. И первые это увидят. Они первые это увидят. Мы пришлем ссылочку, и они первые увидят наши новые клипы. На какие песенки? Так, я можно назвать «Убийца» и «Здесь сейчас». Как вам выступать на фестивалях? Другое ощущение? Другое, конечно. Зрители. Ну, для меня пока нет. Как бы народ. Ну, на наши сольные концерты там все свои, понятно. На фестивалях не все свои, и как бы и нужно поработать, завоевать тех, кто не наш. Обычно свои. Все хорошо складывается. Как ты считаешь, смотри, столько лет вы уже на сцене, и есть такие песни, которые прям как гимн поколения. Есть ли для вас такие, да, есть ли такая песня, прям культовая для вас, которая прям вот сделала Animal Jazz, ставила на ноги? Сделала Animal Jazz. Для меня, пожалуй, такой песни своей нету. Не припомню, что это. Чтобы ты видел, эту песню, вот мы ее там послушали, понятно, нет. У каждого была своя песня. У меня были свои песни, там, у Михалыча свои. Жеки свои. Жека там фанат Металлики был на свое время, я там ломанил. Когда все это так вместе переплавилось в одну, нечто такое там общее. Ну вообще, в принципе, коронная песня группы, по которой можешь сразу сказать, а это не... Ну, три полоски, естественно. А, которая три полоски, да, и уже да. Кем она была написана? Жекой. Жека написал музыку, главный парфюм, текст Михалыча, и так она просто попала хорошо. В ту струю? В струю попала, да. В то поколение, в то время, в ту моду. Как ты считаешь, в чем заключается ваша изюминка? Почему столько лет вы держите зрителей прям в таком напряжении, и они прям рвут танцполы? Красивая музыка, запоминающиеся мелодии, красивый вокал. Лучших ребят, другую группу. Как вы относитесь к их творчеству? Ну, я только что побывал на выступлении Селфимен на малой сцене протеста, и я в шоке от того. Это, ну, один из лучших вообще живых концертов, которые мне довелось посетить в последнее время. Это, ну, я вот был недавно на выступлении группы 16 тонн. Это было круто, но это вообще не... Ну, то есть потенциал группы, он гораздо, ну, превышает во много раз вот клубный уровень. И то, как они
мы все с ребятами в туре стали слушать эту музыку и были в шоке от того, что наш друг Коля Стравинский вообще все это написал. Там не помню, сколько у него, 8 или 10 песен в альбоме. Каждый из них это супер хит, который просто поется мгновенно. И сегодня люди в зале, которые первый раз это слышали, они уже там со второго припева включались в общее движение. Поэтому, я не знаю, круче, чем Self-Made, ничего не может быть на данный момент, мне кажется. Это лучшая современная группа, которая играет в кадре альтернативного independent-рока. Вот. И, высокий конечно, уровень. Нам не жалко туда отпускать своих лучших ребят, потому что они делают там супер красивую мировую музыку. Уровень высокий, согласитесь? Ну, это уровень космический, то есть, опять же, то, что было сегодня, это еще, я так понимаю, что у ребят еще есть запас. То есть просто насколько они позволяет площадка, какие-то технические детали реализовать свой потенциал, настолько они реализуют. Вот. Я понимаю, что вот, сегодня были какие-то проблемы с саундчеками, там, с техническими какими-то частями, но тем не менее это все равно как бы рвало клочья. Вот. А если представьте этой группе выделить, допустим, полноценное время на саундчек, полноценное время на выступление, то это как бы вообще я не представляю себе, что это будет. Поэтому очень высоко еще можно дальше идти. Здорово. Спасибо. Творческого отпуска – это правильная фраза, но она касается конкретно города Москва. То есть вот в городе Москва мы играем завтра, собственно, сольный концерт, после которого, что бывает редко, мы аж полгода не будем появляться в этом городе. То есть конкретно для Москвы мы делаем такую паузу. И, соответственно, в декабре появимся на 15-летие группы, которое мы действительно будем готовить довольно масштабно. Но, естественно, это не говорит о том, что мы в сентябре, в октябре и в ноябре не будем ездить по всем городам и весям, как на это существует. Вот полгодовольно приедем наверняка в Химки. Орехово, Зуево. Это не Москва. То есть все, что рядом, даже, возможно, Зеленоград, вот это все будет. Сказать.